Всем привет на моем канале, 23.07.2022 года. И я хочу сделать небольшой обзорчик по сайту FlySat, по новостям спутникового телевидения, по вещанию и так далее. Есть несколько интересных моментов, которые хотелось бы рассказать. Проверить, конечно же, сейчас я не смогу все это. Я уже показывал видео, что здесь у меня нет, в принципе, тарелки нормальной и возможности принять канал и проверить, как это было раньше. Да и, в принципе, техническая возможность небольшая у меня, поэтому... Плюс еще я приболел, поэтому у меня такой голос сегодня будет. Если такие видео будут интересны, ставьте лайки, пишите комментарии, делать такие видео или нет в будущем. Но попробуем, сделаем одно видео, расскажу немножко о том, что происходило за последнее время в мире спутникового телевидения. Для тех, кто интересуется этим вопросом. Для тех, кто нет, кстати, есть темы по Android Smart TV Box и другие темы на моем канале. Поэтому смотрите. Значит, основная новость за последнее время это то, что каналы медиагруппы Украины, Украина, все они, в принципе, либо отключаются, либо, ну, это уже причина ясна, в принципе, все новости уже, я об этом писал, что все каналы медиагруппы Украины, они возвращают лицензию государству и, в принципе, вещать больше не будут, по большей части. Соответственно, здесь вот на 36 градусе видим, что ушла Украина 24, и она заменена везде Украина 1. Был такой канал, он и раньше вещал. Здесь нам мало чего интересно. Вот на 36, кстати, он на 11212 частота, она работает на линейный конвертер. Я показывал когда-то это сканирование, поэтому можете настраивать этот канал. Соответственно, все каналы медиагруппы Украины, Украина Экстра ТВ пакета, все также вот покидают спутник Астра. И, кстати, вопрос параллельно о том, будет ли работать Экстра ТВ дальше и что будет вообще с Экстра ТВ. Я об этом немножко позже в этом видео расскажу. То есть здесь все каналы уходят со спутника с 12245. 39 градус мало интересен нам. То же самое на Хотберте. На Хотберте была Экстра ТВ частота, и там открыто вещал Украина 24. Заменили его на Украина 1 также. Можете пересканировать, посмотреть. 49-й здесь, ТРВ-мужи вернулся, 36 градус. Здесь также идут постоянно какие-то движения по каналам, потому что часть каналов из-за санкций ушли с НТВ+, часть каких-то их приходится заменять чем-то, и, в общем-то, там какие-то движения также происходят на 36 градусе. Соответственно, там меняются частоты, каналы и так далее. На 13 градусе. Градусе та же история с футболами, Экстра ТВ пакет, а премьер. И вот каналы Экстра ТВ отключаются. 75-й, 74-й точнее. Здесь вот то же самое у нас замена на 36 градусе. Давайте просмотрим еще больше новостей, потому что... Давненько уже я... не рассказывал о спутниках. Так, вот, кстати, те... Давайте, где мы остановились. Те изменения, которые происходили вот в последнее время. На Триколор ТВ то же самое. Есть изменения. Четвертый канал Украина ушел с спутника Астра. То же самое там ТВ Запорожье я писал в Телеграме. Телеграм-канал, будет ссылка в описании. Подписывайтесь на Телеграм-канал, там я публикую эти новости. По 36-му здесь вот так вот изменения, достаточно много изменений произошло. Возьмем за этот месяц, вот насколько здесь позволяет возможность просмотреть новости за этот месяц. Ну и в целом большинство каналов, которые вещали там, даже украинские, которые вещали с различных спутников, уже начинают отключаться и уходить со спутника. Я так понимаю, что с июля месяца уже какие-то договора там заканчиваются. Так, здесь, в принципе, уже все. И давайте еще я хотел бы проговорить про Экстра ТВ. Вот сайт Экстра ТВ, официальный сайт, и здесь указано, что 22 числа в 11 часов оператор вымышленно предупреждает трансляцию телеканала та надання послуг абонентам. У зв'язку, ну вот, в принципе, все описано. И, по сути, мы получаем то, что здесь у нас 22 числа Экстра ТВ, в принципе, остановил свое вещание. Это было вчера. И, соответственно, вот вам ответ на ваш вопрос, почему не работает Экстра ТВ. Вот такое вот коротенькое видео. Еще раз хочу сказать, что если вам такой формат нравится, ставьте лайки, пишите комментарии свои.
Также, если нужно что-то дополнить, свои замечания, можете написать в комментариях. Все комментарии я читаю, на все комментарии отвечаю. Мой канал Спутниковое ТВ удален, как я сказал, был. Почему, мне до сих пор непонятно, но, тем не менее, будем пробовать развиваться дальше. Всем спасибо, пока.